О произошедшем дежурную часть полиции сообщили сотрудники почты. В 7:30 утра они, как обычно, пришли на работу, но обнаружили, что внутри помещения все разбросано, а в стене зияет огромная дыра. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, каким образом преступники проникли внутрь. Через магазин «Деревенский», там старта магазин «Деревенский» был, вот, причем разбора стены, которая находится между магазином «Деревенским» и «Почтой России», проникли в подставное «Почта России» помещение. На пластиковой двери видны следы взлома. Очевидно, чтобы открыть ее, особого труда не понадобилось. Следующая дверь была не заперта, а стена, которую разобрали преступники, оказалась не так уж прочна. Штукатурка, доски и дранка. Сломать столь хлипкую конструкцию было несложно. По предварительным данным, из почты пропали два металлических ящика, в которых находились новогодние открытки, марки и конверты. Пропали лотерейные билеты и карты оплаты телефонной связи. Отделение Почты России на Космонавтов 4 сегодня было закрыто для посетителей. Сотрудники почтамта проводят ревизию, чтобы уточнить сумму причиненного ущерба. Сотрудники полиции по факту произошедшего проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.